Друзья, всем привет! Приехали мы в лес посвистеть рябчика. Сейчас я переоденусь быстренько и начнем нашу охоту. Ждем. Так, друзья, я принарядился, можно сказать, приобрел себе рубашечку шикарную. Вот. Вечерами уже прохладно становится. Поэтому хочется на рябчика, знаете, как-то покрасивее. Интересная охота. Это надо тапки переодеть в шлепках. Неудобно бегать. Вот. Раз. Два. Маночек вот такой вот. Смотрите мне. А чемпион. На такой интересной подвеске уже. На хорошем шнурике. Вот. Раз. Так, ружбайку. Надо взять ружбайку. Так, взял ружбайку. Взяли с вами семерочку. Русский охотник. Азот. Солнышко светит еще. Много не будем брать. Парочку птиц добудем. Я знаю, что птица здесь есть. В достатке. Всегда отзывается, всегда прилетает на манок. Патронтаж. Оп. Да, друзья, кстати, рубашечку вы можете приобрести на Вайберес. Вот такая вот шикарная рубашка. Она из плотного материала, что комары ее даже не прокусывают. Я взял себе. Татьяне тоже приобрел размер поменьше. Так, что нам надо? Маночки здесь. Все. Пойдемте. Прогуляемся по этой дорожке. Я здесь добывал неоднократно уже птицу. Не в этом году. Каждый сезон одну-две птицы я здесь беру. Вот. Шумовых практически не стреляю. Ну, крайне редко, если сядет удобно. Или я замечу, куда села птица. Вот тут ельник с березняком, сосничок. Есть бруснижник. Поэтому птица здесь любит. И всегда кормится, находится. Такие изобильные у нее места здесь обитания. Чему я очень рад. Вот. И каждый год не надо ее особо искать. Всегда здесь есть выводок, может быть два. И всегда я беру одну-две птицы и перемещаюсь на другое место. Вот. Так, сейчас мы вот здесь вот под этой сосенкой приземлимся, я думаю. И будет нормально. Вот здесь вот. Раз. Оп. Сядем. Если птица есть, она практически, ну, 5 минут можно поработать манком. Она начинает отзываться. Призыв самцом, потом самочкой поработаем.
развлекается и вступает в перепалку. Поэтому нужно выждать. Если птица замолчала, она бежит, не откликается на ваши призывы, вот, то птица бежит. Поэтому надо смотреть внимательно. Можно самочкой, она более грубее. Вот. Сейчас у нас идет перекличка с птицей. Он дает звук, мы тоже стараемся ему подражать, либо делать звук хриплый еще какой-нибудь. Нужно максимально вести себя тихо. После того, как птица замолчала, нужно внимательно смотреть, внимательно. Прибежал, а? Деловой. Один прибежал, второй свистит. Посидим еще, посвистим. Голову пришлось отстрелить, близко очень был. С полем. Чё, белый, ничего с ним. Петушок. Она не улетела, она осталась на месте. Это может быть из-за того, что выводок как раз-таки молодой. Но петушки уже активные, и они уже откликаются. Сейчас мы с вами продолжаем пересвистываться со вторым петушком в надежде добыть его. Первого мы добыли в течение 5 минут. Периодически надо подзывать самочкой тоже. Молодые петушки, на самом деле, когда учатся свистеть, очень интересно. Сейчас у нас с вами уже начало сентября, и птица уже начинает отсвистываться и прибегать очень активно. Поэтому не ленитесь, отправляйтесь в лес.
Вот и второй. Прибежал ведь, а? Я увидел, бежит. Ух, с полем нас. Давай, давай, давай. Все, все, все. Доходи. Вот тут вот прибежал, сел. Все. Вот, вот он, петушок очередной. Взяли, добыли двух штук с одного места. Можно ехать добывать уточку. 10 минут охоты. Два рябых. Добыто. Люблю я это место. Раз-раз. На ужин себе стрельнул. И все. Вот так вот. Вот они. Этот очень близко. Поэтому пришлось по голове. А этого увидел. Сколько тут? Ну, шагов 15, наверное, было. С полем. С полем, друзья. С птицей. Ну вот, друзья, добыли двух рябцов. Таких отличных, красивых. Меня с полем. Вы не забывайте подписаться на канал. Рубашечку обновили. Можете заказывать по ссылке. Вот. Такие сентябрьские уже рябчики. Все, до скорых встреч. Увидимся в угодьях. Ни пуха, ни пера вам.